Тверской области 500 000 человек привились от гриппа, пока в области гриппом никто не заболел. За минувшую неделю в Верхневолжье зарегистрировано свыше 7000 случаев заболеваний ОРВИ. В региональном Роспотребнадзоре уточняют, что этот показатель ниже недельного расчетного эпидпорога. Случаев заболевания гриппом вовсе не зарегистрировано. На данный момент в Твери области прививку от гриппа сделали более 505 тысяч человек, в том числе 113 тысяч дети. Вакцинация продолжается. Прививка позволяет защитить организм от тех штаммов вируса гриппа, которые ожидаются в предстоящем эпидемическом сезоне. Это традиционно грипп А и грипп Б. Вакцина, которую мы используем для вакцинации отечественного производства, она содержит все актуальные компоненты, которые позволяют сформировать эффективный иммунитет.